Лучшая лига мира вновь в Ярославле. 30-й тур первой лиги «Мелбет». Мы будем смотреть через несколько минут встречу между ярославским «Чинником» и астраханским «Волгарем». Команды с Волги, но встречают гостей ярославская погода. Сегодня, не побоюсь сказать, морозцем. Около минус 2 было этой ночью. Выпал в некоторых районах Ярославской области даже снег. Поэтому астраханцам сегодня будет здесь очень-очень непросто. Забыли мы об этом наставнике у руля ярославского «Чинника». И какой же здесь момент стопроцентный был. Валерий Цурукян мог уже на второй минуте открывать счет встречи, но не подставил щеку, что называется, ногу. Волгарь вперед бьет. И что, вам боль, красавец, спасает свою команду от неминуемого мяча. Как же здорово Волгарь играет на первых минутах. Данила Липовой, номер 78. Очень интересные факты. Низамудинов бьет. Низам тащит мяч. Здорово здесь сыграл Олег Смирнов. Но, по-моему, он все прекрасно видел. Долго думал Эльдар Низамудинов, куда бы отдать ему передачу. Вроде бы справа открывались два игрока. Здесь и Кулишев, и Соколов. Ну и, может быть, лучший показатель в этом встрече. А пока идет Волгарь в атаку. И кажется, что мяч сейчас будет летать в ворота. Да, так и есть. Волгарь открывает счет. Отличился Александр Носов, между прочим, экс-игрок ярославского «Чинника». Ну а все сделал для него Артур Глезидинов. Кулишев простреливает и на замыкание. Открывает счет мяча в этой встрече за «Чинник» Дмитрий Самойлов. 1-1. А все сделал Кулишев. Если не ошибаюсь, 9-я передача Артема Кулишева в этом сезоне. Один из лучших ассистентов нашей замечательной лучшей лиги мира. И Дмитрий Самойлов усыпил соперников и сравнивает счет. 14-й, а у ярославцев Самойлов на 27-й. Кулишев с мячом бьет ворота на исполнение. Штангой мяч летает в ворота. Самойлов делает дубль. Но здесь всю игру, конечно, сделал Кулишев. Можно ему приписывать и 9-й ассист. Успешный «Чинник» выходит вперед благодаря дублю Дмитрия Самойлова на 31-й уже получается, 32-й минуте встречи. Ну что ж творит «Чинник»? Кулишев берет на себя, подключает Осипова, делает передачу. Евгений там пытался дотянуться до мяча, но падает, и ну, все в порядке с Осиповым. Там мне показалось, что он и он еще сейчас задний дернет, но это какой-то беда. Астраханский клуб, а очень может опасный удар низом. Ну как здорово здесь Волгарь разыграл. Да, могло быть совершенно точно опасно. А вот сейчас на замену Камил Мулин. Так, смотрим на подачу. Трукян бьет ближний угол. И здесь тяжело убивает вам боль. Буквально на ленточке. И повторный удар. И там же фиксирует мяч Денис вам боль. Ух, да. Действительно, такой по силе хороший удар был. Подача слева. Осипов. Нет, Емельянов здесь подключился. Вот Осипов теперь пытается перепрыгнуть семейки. Волгарь в атаке через правый фланг. Далалай опять удар. Ух ты! Неплохо, что было касание или удар от ворот, либо угловой. Что? Далалай разводит руками. Вам. Ну и последний у нас 10-12 минут до встречи. Удар! Хорошо опять приложился Мулин. Камиль пристреливается. Волгарь с мячом, Кулишев отрабатывает, Семейкин здесь проваливается, и Семенов бежит вперед. Но здесь касание было Семенова и игрокам Волгаря Косарева. Немножко не так траектория движения у них вперекрест пошла. Зинков туда скидывает, Савинов тащит мяч, удар! И Савинов, это Самойлов, да, Нишко? Самойлов, да. Одерживает первую победу с ярославским «Чинником», исполняющий обязанности черно-синий Дмитрий Воецкий. 2-1. Ярославцы обыгрывают Волгарь.